зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу дачник. Будет стоять у нас она на брусе. Дачник крепыш, труба 20-40. Цельные двери будут. Размер 3х4. Пока приехали, разложились, приступаем к сборке. С теплицей мы поставили, зафиксировали к основанию. Покрыли стены поликом. Сейчас нужно ставить перелив, параллельно прокручивать поликарбонат, одевать профиля. Дальше кроем крышу, делаем форточный блок, подвязку и двери. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу, дачник, крепыш 3-метровой ширины, 4-метровой длины. Каркас теплицы сделан из трубы 40 на 40, стойки, верхняя часть крыши из трубы 40 на 20, покраска полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Имеется форточный блок на ручном управлении, имеется система подвязки, 4 нитки, имеются диагональные усилители. Все стоит на брусе, брус 100 на 100. Обработан антисептиком и закреплен к земле с помощью якорей. Цельные двери по торцам с обоих сторон. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. По периметру торца установлен декоративный прижимной уголок. Поликарбонат крепится на термошайбы. Вот такая вот отличная крепкая теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.